Всем привет! Это вторая часть знаменитой саги «Кошка в воде». Что? Ладно, не смешно. Я уже построила каркас построен. Теперь надо только построить окна. Так что заливаемся стеклом. Походу я что-то не так. Так заливаешь со стеклом. А тут так. Ауч! Что, собственно, сейчас и случится? Поэтому я быстренько сейчас перескочу на другое место. Оп. Буду строить оттуда. Я видела в Майнкрафте все больше и больше видео ютуберов. Вот сейчас как раз смотрела, как создать город в Майне. Кстати, ресурсы не очень-то много и требует, и это очень быстро. Я не говорю, что это какое-то рекламирование. Просто там очень классно. Классный город. За несколько минут. Что, кстати, с помощью специальной программки. Эта программка безвирусная, без всякой такая. Мальчик что-то там объяснил. Когда ты ее типа скачиваешь. У тебя она генерирует, подключается к твоему Майнкрафту. И потом ты указываешь настройки, и она по этим настройкам генерирует тебе город. Получается классный город за несколько минут. Первая стеклянная башня готова. Думаете, как вы это все построила? Вот так, ступенечки легенькие. Конечно, я думала не делать в доме, но это же все-таки Royal House. Зачем перестраивать что-нибудь? Так, второй этаж я не буду с ним заморачиваться, потому что вон-то башня высокая. Это уже больше, чем два этажа. Так, я могла бы это все пропустить, но... Ой. Построить вот прямо сейчас. И если вы что-то видите, например, как я в Майне часто видела, что те, кто летсплеят, они вообще не видят. Ну, если они что-то ищут, например. Я-то все вижу, а они нет. Поэтому не забывайте писать летсплейщикам в комментарии, чтобы они были повнимательнее. И какую вещь вы заметили, именно что не заметили летсплейщики. И одному чувачку тоже. Одному из моих самых любимых летсплейщиков. Который проходил карту типа Спанч Боба. Я уже не помню, как честно называлась эта карта. Ну, Паша. Ну, ясно. Так, уже 3 минуты три минуты построил, пошло, и на подъем пошло еще больше времени. Это мне тратить время зря не буду. Быстренько построю стеклянные панели хаус. Если вы уже прошли серии, услышали меня и почитали в интернете, что это такое, подписывайтесь на официальную группу. И на официальный сайт посещайте, покупайте квартиры. И в общем, это не Саш, так как там сотрудник. Просто рекламирую. Потому что мне честно. И я потом скажу секрет. Так что... Я пока не буду рассказывать, почему я так это все рассказываю. Но если кто-то уже догадался, лучше никому не рассказывайте.
Все должно храниться в секрете. Такова жизнь. Знаете что? Сглюканула. Вот еще будет делать мем про глюки. Ух, еле достроила, и здесь последние уже. Застекли. В следующей серии я уже покажу, как мы сделали крышу, или как мы вообще ее будем делать. Знаете, я расскажу главное правило строителя. Это фиговое правило на Майнкрафт. Он еще был копатель онлайн. Но теперь что-то с флешем. Ладно, сейчас выберем быстренько этот луч. Теперь быстро. А-а-а, время! Я уже 6 минут снимаю. Что это за... Так, давайте я быстро заканчиваю эту часть. Скоро покажу вам уже готовый дом. Возможно, в следующей серии вы увидите только интро про дом. Я доделаю его раньше. Так что, сейчас уже скоро буду прощаться. Через минуту где-то. Нет, меньше. Через меньше, чем минуту. Я уже почти достроила. Так. Ой! Время! Так что, сплейщики. Короче, всем пока!